В этом зале уже совсем скоро пройдет наша кинопрограмма «Канны-2016». Мы посмотрим 4 фильма из основной программы Каннского фестиваля. И перед каждым из них мы подготовили нечто особенное. 11 декабря именно на этой сцене пройдет торжественное открытие, и мы ждем гостя, представителя компании «Cinema Prestige». Именно она занимается распространением современного и артхаусного кино в России. Мы старались создать приятную и уютную атмосферу незабываемого киновечера. Пригласили друзей и гостей, которые помогут сделать это мероприятие незабываемым. Фуршеты, демонстрация моделей, чудесная музыка, танцевальные номера – все это ожидает вас в эти 4 дня. После каждого просмотра киноклуб «Трафик» организует дискуссионную площадку, где вы сможете высказать свое мнение о фильме, поделиться впечатлением. Только здесь и только у нас. В заключение фестиваля вас ждет автор-пати в студии 67. Там вы сможете насладиться танцами, музыкой, розыгрышей сертификатов и хорошими эмоциями. Компания «Мегафон» поддержала проект и пригласила всех своих абонентов насладиться настоящим кино. Вы еще не купили билеты, а они уже в продаже. Электронный билет можно купить на сайте кинотеатра «Смена» и оплатить его банковской картой «Мегафон». Уникальность этой карты в том, что ее счет – это счет мобильного телефона.